Հայրենիքյան օգտատեր Միքայել Մարգարյանը առավոտյան հրապարակեց տեսանյութ, որտեղ երևում էր, թե ինչպես են Սայաց նվափողոցը փակել ու ծառեր հատում։ Նշենք, որ երեք քաղաքապետարանից հայտնեցին, որ ժամը 10-ին Սայաց նվափողոտայում Ֆրանսիայի հրապարակից դեպի Տերյան փողոցի խաչմերուկ հատվածում կենսունակության ավարտին մոտ և ամբողջովին դեֆորմացված ծառերը կփոխարինվեն գնդաձև սոսիներով։ Հիշեցնենք, դեռևս մարտի 23-ին Երևանի կենտրոնում, մասնավորապես Կասկադում, բազմաթիվ հաստաբուն ծառեր էին հատվում։ Քաղաքապետարանից կրկին պարզաբանել էին, որ դրանք այլևս կենսունակություն չունեցող և դեֆորմացված ծառեր են։ Բնակիչների հետ հանդիպմանն էլ կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն հոգի տնօրեն Արմեն Բեգոյանն ասել էր, որ կտրված ծառերը փոխարինվելու են այլ տեսակներով։ Մայրաքաղաքում իրականացվող ծառահատումների վերաբերյալ բողոքի ալիք են բարձրացրել ոչ միայն քաղաքացիները, այլ նաև քաղաքական գործիչները։ Բաց TV-ի հետ զրույցում հազարակական քաղաքական գործիչ ուժը հայրենիաց կուսակցության վերահսկողության կոմիտեի նախագահ Երևանի քաղաքապետի ապագա թեկնածու Նատալի Արզականցյանը նշեց, որ սա ընդունելի քայլ է ոչ միայն Երևանի բնակիչների, այլ նաև Երևան այցելած տուրիստների համար։ Նրա խոսքով այս միտքը առաջացրել է շատերի դժգոհությունը և ինքն էլ չի հասկանում, թե ինչու են որոշել առողջ ու գեղեցիկ ծառերը կտրել։ С одной стороны, задумка была хорошей, чтобы посадить новые деревья, но с другой стороны, не очень удалась, так скажем, эта идея за счет того, что уничтожение и удаление старых деревьев. Хотя кто-то сказал, что старые деревья, они больше не... Нет, деревья существовали, деревья же не существуют буквально 1-2 года, они существуют веками, они существуют десятилетиями, столетиями, да, и, естественно, как бы деревья были в хорошем состоянии, то есть нужно смотреть, что мы удаляем. Я за то, чтобы сажать, обновлять деревья, но я не за то, чтобы удалять здоровые, хорошие, сильные, крепкие вековые деревья, которые помогают очистить экологию, воздух, да, то, что у нас, к сожалению, в Ереване идет загазованность и большое загрязнение, мы знаем, что это зашкаливает в несколько раз, превышает нормы. Поэтому, конечно, для нас каждая травинка, каждый кустик, каждый цветочек и дерево, естественно, это настолько ценно и важно. Но, к сожалению, почему-то на сегодняшний момент защита охраны природы не защищает эти деревья. Ավելի վաղ Նատալի Արզականցյանը կրկին բաց TV-ի հետ զրույցում նշել էր, որ հատվում են ծառեր, որոնք բոլորովին էլ կենսունակությունից զրկված չեն, իսկ թե ինչու են որոշել կտրել, Նատալի Արզականցյանը նշեց. Сегодня мы знаем, что произошли такие как бы события о том, что вырубилось очень много деревьев. И вообще, проживая в Ереване, я хочу сказать, что я наблюдала, в каком состоянии находится зеленая, так скажем, зона Еревана. И я понимаю, что действительно я бы не могла назвать садовников Еревана садовниками, я бы их назвала лесорубами. Потому что я вижу, что люди просто берут, вот, например, дерево находится, они берут его, рубят пополам, например, да, то есть они как будто голову отрубают, да. То есть абсолютно нету образования в плане стрижки деревьев, что как бы очень печально. То есть я, путешествуя по миру, не замечала, скажу честно, ни одного города, чтобы рубили именно деревья так, стригли. Но в Ереване именно рубят, что как бы печально. У меня цель, у меня вопрос возникает, вообще для каких целей это делается? И так идет загазованность, и так зеленая часть, зеленая зона Еревана находится, так скажем, в минимальном состоянии, в минимальном количестве, и, к сожалению, продолжают просто вырубать деревья, рубить их, и многие просто не замечают этого. Мне кажется, что необходимо сделать, просто поднять голову наверх и посмотреть наверх, в каком состоянии находится зеленая зона. Мы сегодня с вами стоим на площади Каскада. И также я хотела бы обратить внимание, но это надо в дневное время, значит, весь красивый Каскад, я поднимала эту тему в прошлом году и очень сильно ждала весны, и вот она настала. Я заметила, прогуливаясь несколько дней назад, я заметила, что на каскаде были посажены, досажены кусты,
кусты именно по лестнице наверх, значит, ну, они были вот в таком там 10 сантиметров кустики, рядом с большими кустами. То есть у меня вопрос возникает, сколько времени нам потребуется ждать этой красоты, пока она вырастет? Почему мы не можем посадить в, так скажем, пустые места, в пустые места, где, например, кусты погибли, не смогли как бы выжить, прижиться? Почему мы не можем, например, посадить именно такое же, так скажем, такое же количество и такой же размер вот этих кустов для того, чтобы сохранять, так скажем, единую картину всего вот зеленого фонда? Я хотела бы, чтобы все-таки каскад является одной из достопримечательностей города Еревана. Я хотела бы, здесь проходят сотни, а может и тысячи туристов в день. И поэтому для каскада вообще нужно особое внимание уделять именно в зеленом фоне, так скажем, да, именно этой части. Поэтому я не согласна с тем, как сегодня проводятся работы садовников, а я их называю уже лесорубами, потому что садовничество, я прекрасно понимаю, что такое садоводчество, я прекрасно понимаю, как нужно высаживать и ухаживать за газонами, высаживать цветы, в какое время их необходимо высаживать, потому что, имея, так скажем, опыт своих садов, я как бы и наблюдала, и сама непосредственно участвовала в, так скажем, процессе ухаживания по саду. Поэтому я не согласна с сегодняшним, так скажем, коллективом вот этих садоводчества. Մայրաքաղաքում իրականացվող այս զանգվածային ծառահատումները բուրըն քննարկումների եւ դժգոհությունների առիթ են դարձել քաղաքացիների շրջանում։ Նատալի Արզականցյանի խոսքով այս ծառահատումները անհետևանք չեն մնալու եւ հասարակությունը անպայման կարձագանքի։ Но мы должны понимать о том, что не все деревья приживутся. Не все деревья могут выжить. Возможно, если мы используем экзотические породы деревьев декоративного характера, как, например, вот мы затронули сакуру, то, к сожалению, может быть произойти такое, что это просто порода деревьев не уживется, не приживется в природных условиях Еревана, Армении в целом. Мы понимаем, что какой-то процент всегда, даже я сама имела опыт сажать деревья в своем саду, и я понимала, что какой-то процент, ну, возможно, может быть, процентов 10, ты можешь потерять кустарников или растений, или деревьев, потому что, возможно, при пересадке деревьев, посадке деревьев произойдет что-то, может быть, корни будут оголены, так скажем, и не будет вот этой кроны, да, защищающие именно как плотным землей, которые будут потом в процессе нарушения. К сожалению, также в Ереване у нас страдает именно полив деревьев и растений. У нас нет, так скажем, орошительной системы поливочной, и поэтому у нас тоже от этого страдает засуха. Возможно, вот мы польем то дерево, которое посадили сегодня, но оно требует какого-то ухода на протяжении какого-то времени, пока оно не приживется. Да. То есть в любом случае мы должны учитывать климат, мы должны учитывать природу, почву, прежде чем мы будем выбирать какие-то экзотические породы деревьев. Նատալի Արզականցյանը նշեց նաև, որ մարդիկ ևս չեն լռում և տարբեր հարթակներով ահազանգում են այս անթույլատրելի արարքին։ Նրա խոսքով մարդիկ պարբերաբար պետք է խոսեն այս խնդիրների մասին և թույլ չտան, որ դրանք կրեն շարունակական բնույթ։ Это просто кричащее, так скажем, событие о том, что просто без всякого даже анализа, как рубить деревья, как стричь деревья, без всяких знаний, просто это берут и делают. Уничтожают зеленый фон Еревана, и потом нам потребуется просто десятилетия, сотни века, например, да, чтобы его восстанавливать. Поэтому я считаю, что нужно об этом говорить, нужно, так скажем, обратить внимание на это, чтобы люди начали поднимать наверх глаза и видеть, как действительно это все стрижется, чтобы самые главные туристические зоны уделялись особое внимание по зеленой части города. Ну, а дальше будем наблюдать, но на самом деле я призываю о том, чтобы приостановили вырубку деревьев, о том, чтобы
неправильно стригли, за то, чтобы штрафовали или увольняли этих людей, или их как-то образовывали, их обучали именно, что необходимо делать, как нужно стричь, как нужно ухаживать. Потому что иногда мы едем по улицам Еревана, и мы видим, что целая улица просто вырублена, целая улица, просто деревьев стоят, вот пеньки, пеньки, без всякого, как бы, так скажем, зеленого фона. Поэтому мы не удивляемся, почему загазованность зашкаливает. Ավելի ուշ ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Արաքելյանն էլ լուսանկարներ հրապարակեց Սայացնովայի պողոտայի ծառահատումից։ Վերնագրելով, քաղաքապետարանը շարունակում է նախընտրական արշավանքը Երևանում։ Նշենք, որ քաղաքացիներն էլ իրենց հերթին առավոտվանից սոցիալական ցանցերում լուսանկարներ են հրապարակում ծառահատման վայրից, նշելով, որ քաղաքապետարանը հատում է առողջ ծառեր։ Էլիզա Գրիգորյան, Բաց TV։